Буэнос диас, братва. Ядерный разрядный фазерит вашего экрана. Это значит, что мы подбираемся к предпоследнему боссу, и это Need for Speed Most Wanted. Да-да. Итак, подобьем то, что у нас есть. Нам надо еще 3 гоночки. 3 пари. И рейтинг. Честно, я в рот ебал сегодня катать гоночки, поэтому погоню за рейтом. Те, кто видел прошлую серию, помнят, что я жестоко нафейлил на шипах. И... Блядь, да едь ты сюда. Я жестоко зафейлил шипы и пропорол себе правый борт. Надеюсь, что в этот раз мне удастся таки что-нибудь пользительное сотворить. Пошел первый круг. Сразу же 2 нарушения. Напомню, мне надо 200 тонн ущерба. 9 минут. Я уже запомнил все это говно наизусть. 12 заграждений, из которых 8, насколько помню, с шипами. Так, первая минута. В принципе, я так полагаю, можно просто бить ментов. Можно просто раскидывать ментов в стороны. Ой. Так ты псина. Блин. Опасно, нах. Блин, жалко, от сцены промотать нельзя. Билли Джин насрал в кувшин. Ладно, платим налом. Второй крестик. Замечу. Поэтому давайте-ка, наверное, покатаем все-таки гоночки. На всякий случай. Чтобы, если чтобы что. Чтобы, если что, мы могли купить какой-нибудь Кобальт СС. Кстати, вон он. А, с Порш Каррера пересесть на стоковый Кобальт, который ебет все, что шевелит. Бум. Так, ну здесь понятно, что снеговичку пизда. Так, проскочили. И нужно засечь время круга. Я подозреваю порядка минуты. 15. Не, минута 20. Ну, приблизительно. Так. Движ уже пошел гораздо быстрее. Ах ты пес. Ладно, блять. Еще не все потеряно. Значит, к чекпоинту мы приедем порядка 2:40.
Не, ну это габелла, конечно, 350 километров в час. Да нет, даже, знаете ли, пободрее приехали. Но вот то, что со мной тягается Кобальт СС, это сильно. Либо кетчупа здесь налито просто ёбаная тонна. Либо там не в рот ебательский Кобальт СС с движком не хуже, чем у меня. Честно, не стану удивляться, если он меня все-таки трахнет. А еще он водит откровенно по-пидорски. Надо было ему козу в огороде устроить. Ох ты ж, мать твою. Центр, внимание, вызов 911. Автомобиль на большой скорости. Следовал назад по 201-му шоссе. Патруля... Не-не-не, ребятки, никакого внимания. Как я и говорил, покупаем страховочное ведро. Потому что чувствую, еще один фейл, и мне пиздец. На машине и так два креста из трех. Блять, не успел удрать. Да, действительно неплохо. Спасибо за информацию. Съездил, блять, за машинкой. Догнал того Шумахера. Сейчас разберется. Нападение на экипаж. Объект пытается скрыться. 1087, код 3. Ну, придется так, хули делать. У меня серьезная проблема. Наши машины не приспособлены для такого. Внимание, начинаем поиск. Объект скрылся. Так, 27 штук. 27 штук, 26 штук, 35 штук. Эклипс 30 штук, А4 35, Суприч 40. Короче, возьму Resolution. Resolution будет на тот случай, если Carrera все-таки возьмут. Тогда я выкупаю Carrera и еду карать. Так. Гонушки. Гонушки, гонушки, гонушки. О! Колечко из трех кругов, которое пиздец короткое. Мне это нравится, однако.
Несмотря на короткое кольцо, выглядит трасса крайне бодро, на самом-то деле. Хм, странно, мины все проскочили. Ну хуй с вами, золотые рыбки. Попробуем вот это. Жух. Так, перетормозить. Я еболи, бабу. Как же бывает потно. Хотя, в принципе, сейчас я иду более-менее на расслабоне, но, блин. Время? Как-никак. На часах у меня уже дело к 11. Минута 48, да вы гоните. А на карте было показано коротенький такой кружок. С другой стороны, я знаю длину круга в секундах. Ну, примерно. Короче говоря, где-то минута 45, минута 50. Соответственно, я должен приехать, если, грубо говоря, даже взять минуту 50, то... Две... Еще минута. И еще 40 секунд. Короче, где-то 3:30-3:40 в этом диапазоне я должен приехать к финишу второго круга. Так, это ебучая бутылочная горлышко проскочили. Теперь вот тут не налажать. Как и говорил. Угу. Ну и где-то 5:30 это финиш. Это еще что за нахуй? А, он там заблудился внизу. Ебаклак. Ой, ебаклак. Эти два стабильно в полукилометре сзади. Это вин, ребятки, причем изичный. Я как-то особо не напрягался, но... Вот оно. Никакого внимания. У нас тут последняя гонушка, и в принципе... Чисто технологически серию можно заканчивать.
Потому что дальше осталось только мусора и бойня. Проблема вся в том, что, во-первых, меня спать тянет. А во-вторых, поехали спринт. Пусть там максимум мусоров. Ну, раз уж зверствовал, то по полной. Так, RX-8, RX-7, SLR и Carrera GT. Вот это я понимаю. Бой ветеранов. Не я один туда всочился. Не я один всочился. Смотрите-ка, RX-7 не кисло так идет. Может, мне надо было ее брать вместо развалюшина в качестве резервного ведра. Блять, ее задний привод меня сосвет уже живет когда-нибудь. Я ж буду раскладываться в каждом повороте по такой хуйне. Блять, она идет 250, не напрягаясь. Но я все-таки перешнырял в этих ебаных катакомбах. Нитрушечка. Сука, ебучие леса, блять. Так, 45%. Отрыв от ближайшего где-то 150 метров. Мало, блять. Третий канал, внимание. О, а вот и орки. Уличные гонки. Один из участников ледовал назад. По Boundary Road. Свободным патрулям приготовиться. Еще что-нибудь? Сука. Пока не установлены. Оставайтесь на связи. Да, сейчас проверим. 10-6. Вот он, самый тяжелый участок. Кто-то оторвался, да? А я вижу, что таки дам. И оторвался петушок от нас значительно. Тем временем конец пути все ближе. Чё? Попробуем затащить или где? Так, я первый. Ну и кто здесь босс, суки? Так, первая цель исполнена. Уже, в принципе, что-то довольно существенное. Ну, в принципе, у меня еще есть некоторый запас хронометража. Как бы еще минут 10 могу повеселиться. Так, 313, говорите? Давайте попробую. Так. Не, нахуй. По этой стороне разгоняться вообще не вариант.
Вот это я понимаю, вот это вот другой коленкор. Причем совсем, сука, другой до того, что я опять разложился, блядь. Триста тринадцать кемичи. Сука. В смысле? Попробуем с другого боку. Сколько там надо? Ну, 313. Хм. Козирно. Забойно. Опять не успел. Да что ж такое? Ну вот еще. Есть контакт. Так. Смотрим, что у нас там осталось по пари. 200 тысяч ущерба, 9 минут погони, 12 заградов, и из них 8 с шипами. При всем при этом, если выбить все 4 пари, нам сверху надо, ну, порядка 350 тысяч рейтинга. Ну что ж, в принципе, одну цель мы выполнили. Наверное, заедем секундомер чисто на похуй. Выиграем, заебись. Не получится, и хуй с ним. Троллейбус все равно сгорит. А я дома буду вовремя. Так что просто перчим. Чисто ради какого-то выжигания, так сказать, хронометража. Потому что, ну, я в рот ебал серию на 20 с мелочью минутах заканчивать. Ну, невкусно это. Так, и тут же некоторый косяк. Слегка потерял в скорости.
Но опять же, я вам так и гарантирую, что в следующей серии мы будем тупо ебашить копов. Просто потому, что иных вариантов у нас не осталось. Да откуда у вас здесь налезло, блядь? Жух. И теперь на лютой скорости пилим к первому чекпоинту. В принципе, 11.9, ну, нормальный запас, но я бы хотел больше. Потому что я там жестоко косячил на первом отрезке. Посмотрим, что на этом чеке получится. Одиннадцать и пять. Блять, ребят. В пизду такую езду. Вот честно. Бут. Так. Кольцо. Ёбаные шиканы. Которые, не разложившись, пройти, по-моему, нереально. Ну и мы тут, блядь, не в GTR 2 играем. Так, 55 секунд до чека. Ах ты ж ёбаный, ты не Пентес, блядь. Ой. Ой. Чё-то я под вечер начал жестоко косячить, ребятки. Я так чувствую, до чека я уже не успею. Хотя, если я затащу, будет очень красиво. Не, до чека пиздярить и пиздярить на самом деле. Да ладно! Восемнадцать сотых секунды отделяли меня от фейла, но я все еще еду. Поэтому просто валим на все бабки. Семь, шесть, пять, четыре, три, две. Успел. Два, три, две секунды. И 37 ее мать десятых. Ух, было потно, не скрою.
в следующей серии мы кошмарим копов. Ну а пока, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте и... Блять, не получилось, щелкнуть, пальцы пересохли. И до скорого, друзья. Увидимся.